Доброе утро, ребятки. Сегодня буду готовить вафли. Это очень быстро делается и супер вкусно. Сегодня очень деловой день, но не в плане работы, потому что вчера я работала. Я весь день вчера сидела за компьютером, у меня было очень много работы, много уроков, много встреч. У меня вчера было две встречи по работе, ну то есть онлайн. Вот, и записывать вчера было нечего, потому что обычный день просто, вот какой есть. А сегодня день немного интереснее, поэтому я решила вас взять сегодня с собой. И, ребята, возьмите, пожалуйста, котика, он очень ищет семью. Вот, и начинаем день сегодня пораньше, сейчас 8 часов, сейчас приготовлю завтрак, соберусь. Проведу урок, у меня будет урок в 9 часов, в 9 утра. Проведу урок, потом соберусь, и нужно будет очень быстро поехать на занятия в мой бизнес. Тоже покажу вам там, что будет, надеюсь, можно не будет немного поснимать. Вот, и... А потом что я буду делать? А потом мне нужно немножко поработать, у меня будет перерыв, надо будет пообедать. И потом ехать на Хэллоуин к Эльзе в студию в Peony for Me, потому что там у детей в студии английского языка будет сегодня Хэллоуин. Я там буду помогать, немножко снимать и вам, и всем буду немного снимать какие-то прикольные кадры. Вот, вот такой план. Сегодня очень активный день. Ну что, погнали, давайте делать вафли. Так, для вафель мне нужен мягкий творог, рисовая мука и 2 яйца. Творог, вот такие 2 пачки. И рисовую муку я на глаз кладу. Вот такое густое тесто получилось. Я еще добавила столовую ложку масла оливкового, просто чтобы было. И разрыхлитель. Чуть-чуть щепотки, 2 щепотки, по-моему, было. Вот. Закончился первый день обучения. Вообще все те вещи, которые там были на презентации, кажется, что мы это все знаем. Ну, в смысле, не то, что мы это знаем, я это знаю, а то, что можно это прочесть. Но самое, знаете, самое крутое — это работа в группах и слушать идеи, кто что как делает. Мы делали, мы защищали идею, как увеличить продажи для кафе. Вот, там много было всяких прикольных штук, куча гипотез. Мне это все очень понравилось. Я вообще, короче, я пошла туда энергией подкрепиться от молодежи, потому что на этом мероприятии одна молодежь, то есть там все возрастом до, короче, до 25 лет получается. Вот, я там, конечно, сидела, слушала ребят. Там парень 20, ему 20 лет, у него уже 100 голов КРС, прикиньте, вот такой вот парниш там был. В общем, много таких. Так, я тыщу тыквы. Идем в студию. У меня нет наряда, короче, я надела оранжевую кофту, я буду тыквой. Вот. Поэтому я надеюсь, что мне там все простят, там в основном будет... будут дети, поэтому я надеюсь, что они будут классно выглядеть. Сейчас вам покажу их наряды. Так, мы пришли. Ух ты! Всем привет! У меня задание. Мне надо купить бананы, трубочки и салфетки. Короче, я сейчас пойду. Быстренько все куплю. Окей, это пенопластовый?
там материться? Никита, там стоит. Я. И кто еще? Да, я. Может быть, кто-нибудь еще? Кроме Давида. Я. Может быть, еще кто-нибудь? Я. Пойди, давай. Окей. Я. Да, погнали. А что мне надо сделать? Ловим яблоки зубами. Че? Так, какая вечеринка и без пиццы? Очередь. А я повторю. Очередь. Люди с топорами. Вот место. На празднике на Хэллоуине было очень много всяких объедков, кожуры из-под овощей, из-под фруктов, поэтому выглядит все очень непрезентабельно, поэтому сори, вот, но так как у моей мамы есть куры, и здесь, в принципе, ничего нет такого страшного, я решила забрать эти отходы, вот, и я решила хоть как-то исправить ситуацию с пластиком, потому что сегодня на празднике на Хэллоуине было очень много пластика, если честно. Mm-hmm. Like chicken soup, yeah? Mm-hmm. 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 Mm-hmm.